Грибной ажиотаж в Подмосковье. Смотрите, сколько много машин стоит на обочине. Слева, справа. Сейчас метров через 300 еще будут машины стоять. А в лесу, по сути дела, грибов практически нету. Все выходят разочарованные, с пустыми корзинами идут. Ну, некоторым, конечно, везет что-то найти, но это очень малое количество людей. Сейчас смотрите, справа, слева будут машины стоять. И каждый день здесь машины стоят. Я не знаю, что они находят, смотрите. Штук 6, наверное, машин, да? Каждый день здесь стоят машины. Если в этот лес пойти, там просто тропы, уже я не знаю, что можно найти. Ёлки-палки, пожарка жить. Что-то горит. Дача, наверное, какая-нибудь. Вон машины там на обочине стоят. Ёлки-палки, во, полыхает. Угу, в доме горит. Сейчас попробуем так снять. Еще нет. О, пожарка летит, да-да-да. Вот она. Ну а что там уже тушить? Там все. Вот они, пожарники. А дым издалека виден. Приехал я в деревню. Там дальше у нас дача находится. И вот он, домик горит. Даже с моей деревни, видать. Ну там уже все, там тушить нечего. Дом деревянный, моментом сгорел. Грибники, я вас приветствую. Нахожусь в лесах Подмосковья, юго-запад направление, месяц октябрь. Наверное, уже, назовем так, крайние дни уже этого месяца. И первая грибная находка — это польский белый или маховик каштановый. По-разному этот гриб можно назвать. Грибы мороженые. Сейчас примерно температура, когда я в лес заходил, была минус 3 градуса. Но солнечно, что чем и замечательно. Грибочки хорошенькие, смотрите. И каждый гриб уже это дается с трудом. Получаешь очень большое наслаждение от найденного гриба. Хочется кричать, хотя совсем недавно, неделю назад, этих грибов я собирал очень и очень хорошо. Здесь у меня 4 уже есть польских. И каждый грибочек я нашел по отдельности. Специально искал хотя бы небольшую полянку. Ну, нашел пока из 2 грибов. Но все равно, друзья, сейчас очень тяжело что-то найти уже в Подмосковье. Очень тяжело. Ходил на разведку в лесочек. Нашел один беленький. И это где-то за полчаса. Так что, что вот сейчас я нахожу, вот для Подмосковья это круто. Тем более сейчас минус 3 градуса. И грибы у нас мороженые, само собой. Вот они. Лед сверху. Ладно, надеюсь, что мне повезет сегодня хотя бы насобирать на жаркое. Очень и очень хочется. Прям душу отвести. Может, все, может быть, это уже крайние грибы. Но останутся, наверное, скорее всего, это зимняя пята. Лес у меня будет в основном это еловый и сосны. Ну, если повезет, конечно, найду белый. Очень хочется. Потому что многие грибники сейчас, если грибы и находят, умотаются в соседние области. От этого гриба мы тоже не откажемся. Смотрите. Опята. Замерзшие опята. Их можно вот так смело. Не сломаются, ничего. Вытаскивать из земли. А, нет. Ну и возьмем немного таких хороших экземпляров. Я думаю, можно собрать. Смотрите. Вот они. Тут вообще он. На жареху возьмем. Сейчас любому грибочку мы рады. Любому. Мороженому грибочку.
Так, ладно, здесь такая небольшая поляна. Вот они на веточках растут. И растут, что интересно, сосны такие крупные. Сейчас я посмотрю, может, здесь польские еще найду. И ели. Ели. Ну, потихонечку. Хочется насобирать на жаркое. Вот только с одной поляны я опять собрал. Плюс там еще немного есть. Сейчас покажу, как звенят грибы в корзине. Слушайте. Мороженые грибы. Как хрусталь. Промахнулся даже. Так, и у меня еще впереди. Так, мы тебя заберем. Ты очень уж хорошенький. Смотрите, какой красавчик. И плюс, смотрите, и все. Возле сосен растут. Такие сосны-то хорошие, крупные. И вот они. Ну как их не взять, смотрите. Изумительные опята. Как вижу сосну, сразу к ней подхожу и внимательно начинаю смотреть грибы. И смотрите, какая красота. Это опята. Вот они. Это у нас польский маховик каштановый. Здесь у нас еще красивее польский. Прям сразу давайте, наверное, достану. Просто красивая находка. Или это... Не, это у нас маховик каштановый. Красивые. Я счастлив. Я нахожу грибы. Находить грибы сейчас большое счастье, поверьте мне. Все мороженые, особенно грибы. Так, три. Это у нас интересный такой опенок, конечно. Смотрите. Ну, это опенок. Сосновый получается. О, а вот этот какой молоденький. Какой же ты хорошенький. Друзья, я получаю удовольствие от сбора. Все грибочки хорошие. Вот смотрите, чистые какие. Здесь вот польские тоже. Процентов 80-90 сейчас грибы все хорошие. Главное найти. Главное их найти. Смотрите, какая впереди красота. Я сюда уже приходил. Я уже сюда приходил, наверное, дней 5 назад. Это у нас зимняя опята. Так, ну ладно, я на них охоту отдельно сделаю. Будем их отдельно собирать. Еще и в ноябре они будут. Вот они. Мороженые. Ладно. Полюбовались дальше путешествием. Это что у нас? А, это же осенний строчок. Вот он. Необычной формы. Гирамитра неприкосновенная, если не ошибаюсь, правильное название. Но неописуемо красиво. Смотрите. Так же вот как завернулись вот листья. И такой вот примерно вот формы. Он такой необычный. Гирамитра неприкосновенная. Ну, трогать не будем, если это неприкосновенная. Кстати, очень много попадаются. Ну, немного, но попадаются. Это... Кстати, это что за грибы такие интересные? Такие мы не знаем. Гварушка дымчатая попадается. Вот она. Частенько попадается. Ее можно насобирать еще. Смотрите, какая хорошая. Ледовка фиолетовая тоже попадается. Не так часто, но тоже попадается. Найти их, насобирать можно. Но у меня в планах чуть-чуть немного другие грибы походить поискать все-таки. Еще раз показываю лес. Это ель, сосны, немного березы. И в основном, назовем так, хвойном лесу. Смотрите, я нахожу опята. Я не помню, как они называются. Наверное, толстоногие, может быть. Много видов разных. Вот они, хорошие какие. Замечательные. Мороженые. О, букетик какой хороший. И молоденькие, что нравится. Смотрите, просто молоденькие. Вот они. Совсем малюсенькие даже. Ладно, еще у меня здесь. Сразу, наверное, буду закидывать. Все дома почищу. Или сейчас отойду уже, переберу. О,
Ну вот, а, кстати, если честно, не думал, что я сегодня опять насобираю. Да какие? Давайте разрез сделаю. Покажу вам, как, в каком качестве эти грибы. Делаю разрез. Точнее, ну получилось, да. Они больше поломались, наверное. Ну, чистенько, смотри, какое белое мясо грибное, а. Здесь, вот здесь светленькое, можно резать. О, просто идеальный, просто идеальный опята. Мороженое идеальное опята. Да и ладно. Они и мороженые вкусные. Ой, ползем по... Ух ты, елки-палки. Сколько их тут много. А смотрите, еще. Еще. О. Вот так бы, конечно, белые собирать грибы. Но ничего. Для Подмосковья грибники, которые живут здесь, они понимают, что здесь сейчас найти очень тяжело грибы. Да и плюс минус 3 градуса. Может быть, конечно, сейчас теплее стало. Так, это что у нас? Такое мы не знаем. Это в корзину. Ну, неплохо. Смотрите, красивые какие. Но погода сегодня шепчет. Морозно, солнышко. То, что надо. Да и лес такой хороший, если честно. Чувствуется здесь. Так дышишь, и запах... Сосны просто замечательно дышится в морозной, тем более в морозном лесу. Какой гриб еще растет в еловом лесу? Конечно, мокруха еловая. Вот она. Хороший экземплярчик плодового тела. Здесь прям совсем такой черноту уже шляпка дает. А здесь просто замечательно. Два грибочка. Я думаю, что грибную ассорти сегодня сделаю и пожарю. Пожарю, надо получить удовольствие, покушать грибочков, а то все, заканчиваются они. Многие уже грибники грибной сезон завершили, а мы еще продолжаем искать. Если повезет, конечно, будем и в ноябре ходить за грибами, за зимними опятами, наверное, точно. Так, ну здесь уже в основном старые экземпляры плодового тела. Ладно, чистим и закидываем в корзину. А здесь, кстати, очень и очень много мокрухи. Переростки такие крупные экземпляры. А есть и просто достойные. Просто само совершенство, смотрите. Просто само совершенство. Ладно, круто. На улице минус 3, а мы грибы собираем. Ага, вот еще мокруха. Сегодня будешь у меня в сковороде шкварчать. Ой, просто шедевр. Уж больно мне нравятся ножки здесь. Смотрите, какие желтые. Необычно желтого цвета, как лисички. Это характерная черта, чтобы различить мокруху еловую. Ой, красавцы какие, а. Просто шедевр. А вот он еще один. Совсем малюсенький. Хотел спрятаться. Не оставлю я тебя, не оставлю. О, пипеточка. Ладно. Показываю грибной результатик. Ну, здесь уже жареха есть, я уже спокоен. Замечательной находкой. Я счастлив! Смотрите, где они. Ага, видите? Смотрите. Раз, какой крупный стоит. И он еще. А вот еще. Это у нас польские. Да какие! По два грибочка. Красиво. Давайте полюбуемся. Раз. А вот эти просто монстры. Просто гиганты. Приятно, приятно. Ох, как красиво смотрится солнце. Пробивается сквозь ели. И польские. Здесь еще один гигантик просто. Ох, ножка-то какая. Я думаю, вряд ли они будут червивые. Да какие червивые? Сейчас они... Если есть... Ух ты, ножка какая длинная. Если есть там прострелы, то все заморожено. Давайте посмотрим быстро сейчас, в каком они состоянии. Так, побольше разрезик сделаю. Идеально. Идеально. Еще побольше, наверное. О, вот здесь просто уже беленькое. А здесь уже... Это самый большой, получается, был. А здесь... Хороший. Просто замечательная находка. Еще разрез. Но здесь надо побольше. Так,
Итак, о! Вот они. Ну, друзья, просто лепота. А цвет, правда, каштановый такой. Ладно. Идите в корзину. Вас здесь ждут. А по сути дела, ну, пол корзины грибов у меня уже есть. Пол корзины. В мороз. В минус 3. Я ору, я просто ору. Очень интересная и, главное, редкая находка. Смотрите, польский гриб растет прямо из сосны. В предыдущем походе я находил уже 2 грибочка таких. Но природа творит чудеса. Микориза получается сосной. Самолет прилетел, шумит. Вот он. Ну, уже уставший гриб, назовем так, я оставлю. Но факт, что такие находки, грибы растут прямо из сосны. Прямо надо мной летает самолет. И смотрите, какая красивая находка. Вот они, грибы, которые поедают дерево. Но опускаем камеру ниже и смотрите. Золотой пучок из зимних опят. Фламулина бархатистоножковая. Ох, шумит истребитель. Прямо надо мной. Красиво, красиво. Хотя через 3-4, конечно, этот пучок уже можно будет взять. Но пока я его оставляю. Шумит, шумит. Ели, папоротник и маховик каштановый. Прям как раз солнышко сюда светит. Так, еще где-то я видел. Этот получше, помоложе. О, уже слизни укушали. Ладно, 2 экземпляра еще есть. В корзиночку. Ну ничего, ничего. Мне уже нравится, мне уже нравится. Так, если попались, надо потихонечку еще получше исследовать это место. Наверняка где-нибудь. Ага. Ага, 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 ага. Да. Вот хотел уйти. А вот он стоит. Еще моложе. Еще лучше. Так. Дружбан. Какой-то худенький ты, но ничего. Красавчик. Просто красавчик. Пришел к тому месту, где я нашел самый первый польский гриб. Я, правда, не снимал его, но здесь забыл ножик. Это, думал, все, это третий ножик за сезон, который я потерял. Вот он. Слава богу. Я уже лесовичку приготовил подарок. Спасибо тебе, что прямо здесь я оставлю. Миндальные орешки. Или белочка скушает, или лесовичок заберет. Так, ну, друзья, я решил исследовать это место получше. Думаю, ну, если я здесь первый гриб нашел, я пошел в одну сторону. Я думаю, дай-ка я исследую и пойду в другую сторону. И смотрите, что у меня получилось. Сейчас будет очень и очень интересно. Вспомните, где я пошел. Так, здесь я шел. И потом раз, начинаю смотреть сюда. Думаю, елки-палки, что это? Ну, здесь 2 варианта. Это гигант польский, скорее всего, или белый. О, хорош. Крупный. Так. Да, вот это мамонт. Вот это мамонт. Здесь его уже кушали. Но грызли. Ножка, кстати, не червивая. Но она уже старая, уставшая. Ну и гриб уставший. Давайте посмотрим, стоит ли убрать. Я думаю, что стоит. Опа, откололся больше, наверное, часть. Можно и вот так сделать. Смотрите. Белое чистое мясо. Маховик каштановый. Раз, долечка. 2 долечка. Все, держу тебя, не буду терять. А дальше еще интереснее будет. Вот что называется, надо быть внимательным. Так, вспомнить, вспомнить. Ага, вижу, вижу. Смотрите, как красиво сейчас будет. Здесь тоже, наверное, уставший, но, скорее всего, уже просто покушали. Ну, крупный, смотрите, какой крупный. Сделаю разрез вот такой. Да, вот эту часть мы оставляем. Оставляем.
это берем. Так, и здесь просто шедевр. Вот он. Вот он. Смотрите, какой красивый. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот красавчик. О, уже симпатюга. Симпатюга. Корзиночку. Еще один. По сути дела, это было мое начало грибное. А здесь их два даже оказалось. А, красивые какие. Вот так, наверное. Хорошо видно, да? Цвет, наверное, сосны. А, ель. Ель впереди. Ну, здесь сосна и ель. Больше, конечно, ели присутствует. Но сосна здесь тоже есть. Так. Ну, я уже в сторону дома иду. В сторону дома, потому что... О, я еще вижу ножик. Только ножик не забывать. Не хочу третий нож терять за сезон. Отвлекаюсь, смотрите. Ой-ой-ой-ой. Как тебя отковырять? Слушайте, а это же белый. Это же, наверное, белый. Под конец лесовичок мне еще и белый подарил. Примерз клеточки. Блин, конечно, было поаккуратнее. Я же не знал, что примерзло. Надо было, конечно, догадаться. Ладно. Так, точно ли белый? Ну, вроде бы... Не, мне кажется... Так, не-не, это польский, польский. Это польский. Это уже себе просто так внушаю, что это белый. Нет. Ох, ножка какая здоровая. Ну, оставлю, ладно, а? Синее, тем более, вот он, польский, да. Просто себе внушаю, ну, белый хочется, белый найти. А, польский синеет. Ну, а что? Практически полная корзина. Нахожусь все на этой поляне, где нашел польские грибы. И смотрите, вот это просто шедевральная находочка, а? Сверху, конечно, кажется, что это белые грибы. Но это польские. Два, да, два срослись. О, хороши. Давайте аккуратненько, аккуратненько достаю. Уже морозик спал, наверное, 0 градусов или плюс 1 уже потихонечку. И вот они. Хвастаюсь, какие они хорошие. Кстати, я читал, почему польские грибы называются польскими, кто знает. Читал, что в старые еще времена поляки поставляли в Западную Европу этот гриб. Это грибок. Конечно, вкусный очень. Единственное, читал, что очень хорошо впитывает радиацию. Так что надо собирать этот гриб в экологических чистых лесах. Так, ну что, давайте посмотрим. Чистенький, просто идеальный. Ну, наверное, так больше почище. А пахнет, кстати, очень и очень вкусно. Настоящим, наверное, белым грибом. Просто замечательно. Да, потихонечку грибы уже... Так размораживаются, уже температура наступила плюсовая, наверное, плюс один. Уже не такие ледяные. Ну и мой результат. Иду в сторону дома уже. Практически полная корзина грибов. Опята, потом мокруха еловая и польский. Или маховик каштановый. Цвет каштана. Друзья, смотрите, какая красота. Вот они. Зимние опята. И ползут, ползут вверх. Да, пора мне, наверное, по ходу дела устраивать поход. Совсем маленький. Поход за зимними опятами. Ну, просто, ну, вот эти я, наверное, возьму. Сделаем ассорти такое. Погода сегодня, конечно, замечательная. Ни одной тучки нету. Да температура уже сейчас плюсовая. Наверное, плюс 3 градуса где-то примерно. Когда заходил в лес, минус 3 было. Все инеем было покрыто. Ну, а я направляюсь в сторону машины. Давайте покажу свой тяжелый грибной результат. Практически полная корзина грибов. Я считаю, что неплохо. Я, если честно, я не ожидал, что сегодня насобираю столько грибов. Ну, думал, ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, хотя бы на жареху. Ну, покушать уже. Грибы-то отходят уже. Я ходил буквально, наверное... Пару дней назад сбежал в опушку посмотреть, что там как дела. 20 минут так прошелся. Ноль. Абсолютно ноль. Нашел там один старый-старый белый гриб. Уставший, назовем так, который я не взял. А тут просто замечательно. Просто замечательно. Я даже себе вот такой жирный большой лайкос ставлю. Если кому понравилось видео, поддержите пальчиком вверх.
мне будет очень приятно. Наверное, любому человеку это будет приятно. Значит, у меня будет мотивация, как говорится, еще в лес идти. А в планах у меня хочется сходить за зимними опятами в осиновый лес. Как бы там разнообразить свой грибной улов. Так, ну и в конце ролика. Да, и подписывайтесь на канал. Как бы просмотров бывает очень много, а вот подписываться почему-то забывают. А ведь у меня же что-то интересное все-таки бывает иногда. Грибные находки. И тем более можно всегда узнать, какие грибы сейчас можно найти в лесу. Ну и в конце видео я хочу от души пожелать всем грибной удачи и полных корзин грибов. Чаще выбирайтесь в лес, гуляйте. Даже если вы грибы не найдете, просто сходите, погуляйте. Выберите, конечно, хорошую такую погоду. Отдохните, как говорится, душой и телом. Просто замечательно. Подышите свежим воздухом. Ну что, друзья, до встречи в лесу. Пока.